Всем привет! Мы выехали в старый город опять. Гуляем. Мороженое уже съели. Сейчас направляемся в магазин, где продают фурнитуру, если, конечно, мы сможем ее найти. Я предварительно не посмотрела видео. Мне моя зрительница отправляла. Вот. Если найдем, значит найдем. Не найдем, значит просто погуляем по улочкам. Так приятно. Везде открыты двери, на улице. Вот Лариса все опять фотографироваться подавай. Вышли мы на эту улицу Пальм. Как она называется? Шеклер? Улица как называется? Ассатюркет. Да? Да. Как-то нам по-другому говорили. Ну, в общем, идем к воротам. В ворота эти попробуем зайти. Ну, магазин фурнитуры, конечно же, не здесь. Это надо было туда идти. Но ладно, уже пошли в другое место. Золотишко. Народу здесь много, да? Вот тебе и день, вот тебе и жарко. Мы снова в колечи. Здесь что-то вечно строят, пилят, сверлят. Стройка. Клубничка. В следующий раз, Лариса, сюда приедем. Остановимся в этом отеле. В старом городе. Как здесь чисто все. Здесь только по прямой идет? Ну, не знаю. Здесь много улочек всяких. Ну, смотрите, какие. Совсем узенькие, малюсенькие улочки. Просто стеклянные штуки. Да. С тех времен, пардон, с тех времен остались. Жарко, жарко. Я опять как помидор. Ничего нормального. Я помидористая опять. Ой, как тут красиво, тихо. Все, как я люблю. Собачуля спит в прохладе. Давай. Давай на свой, тебя лучше. Давай. Лариса, у меня все падает из рук. А теперь мы вот здесь идем. Посмотрите, сколько зелени. Узенькая улочка. Лариса, привет всем передает. Как хорошо здесь. И мне нравится, что здесь немного народу. И прохладно. Тенистые такие улочки. Ну, некоторые есть солнечные. Ну что, идем? Ищем Али. Угу. Да, говорю. Обалдеть. Хорошо, вверху надувает. А в Красноярске уже холодно. А нет, тепло еще. А у нас здесь тепло, море и вкусное мороженое сегодня, да? Сейчас будет в вафельном стаканчике в магазине. Вот в этом. Посмотрите, к какому месту мы подошли. Как красиво. Сейчас будем воду пить. Нас сейчас чуть в лед не уложили. Там приготовили место для рыбы. И видит, красная женщина идет. Говорят, пожалуйста, ложитесь сюда. Будете местной акулой. Так, это фото для Инстаграм. Пожалуйста, к Ларисе все в Инстаграм подписывайтесь. Нет? А для чего? Я не могу сфотаться для Инстаграма. А не видно, да? Опять сейчас маленькая.
А, сейчас подожди. Да. Сейчас подожди. Жарко. Мы уже воду согрели своими шеями и лицами, да? Красота-то какая! Ляпота! Боже! Боже, боже! Видите, какие голоса зычные у продавцов? Мороженое! Зычным голосом, да? Ага. Бабушка, а как это зычным? Эх, ёб твою мать! Или как он там? Эгегегей! А, эгегегей! Ёб твою мать! Ну что? Борюшка сыпать. Что-то здесь опять строят. На кофейню какую-нибудь. И тихо. И тихо. Все, как я люблю. Море шумит. Красота. Жара. Мы с Ларисой. Во сколько, Лариса, мы вышли из дома? В 12 часов. Да? Или даже 12 еще не было. Представляете, самое пекло. Ничего, водичка спасает. Это очень жарко. Посмотрите, здесь балдеют даже собаки. Вот так можно спать? Так и хочется завалиться рядом. Боже, какая красота. И никто ее не тревожит. И ничто ей не мешает. Смотри, чтобы она не испугалась. А то и ты испугаешься. Посмотрите, здесь наши коллеги работают. Пожарная машинка стоит. Здесь вот еще что-то такое, что транспорт. Ага, на квадроцикле рассекают здесь тоже. Это пожарное депо. Диспетчер там, наверное, сидит с радиостанцией. Вот такая вот машинешка. Ну, это, наверное, вот именно по охране старого города Калеичи. Смотрите, какое дерево. Смотрите. Оно имитирует пальму. Хотя это какая-то сосна, там шишечки. А вот рядом пальма. Смотрите, ствол голый совсем. Там наверху крона. Кошелечки большие, маленькие. Сумочки кожаные, вот такие. Из кусочков, цельные. Ковры опять же и коврики. И опять красная вся. Как огнедышащий дракон. И вот такой еще пляж есть. Вот там стоят эти все яхты прогулочные. И вот такой пляж. Ну, здесь места очень мало. Кстати, тут чувствуешь, кошками пахнет. Так, сачка, да? Ну. Там наслаждаются. И море такое бирюзовое. Прям кошками пахнет. Здесь, наверное, кошек в стае. Прайды.
Лариса, здесь дно не очень хорошее. Вообще пляж так себе. Холодные камни. Ну да, камни, они все равно холодные. Даже если жара, все равно камни холодные. Я здесь, наверное, была раза три. Мне не понравился этот пляж. Там по ступенечкам так спускаешься. И здесь. Ну вот такая прогулочка у нас сегодня замечательная. Я говорю, прогулочка замечательная сегодня у нас, да? Прекрасная. Ну ничего, сейчас домой придем и сразу соберемся и на пляж. Ой, ветер такой. Вот где не жарко. Можно везде стоять, в уголек превратиться и не чувствовать жары. Да? Пойдем. Там есть, говорит, где спуститься. Вот яхта поплыла. Подняться там. Ну, пойдем.